Можем мы, кстати, ну, возле курса давай мы сейчас на эту кожевенную магазин проедем. Давай. Чтобы как бы по пути не смотрели. Давай сейчас уже. До Луганской правды. А потом, конечно, где? Гаевое. Гаевово. У нас училка все время поправляла. Я учился в 37-й. Не Гаевой, а квартал Гаевова. И не Гаевое, Гаевое, он говорит, за юбилейным. Да. Гаевое там, да, за юбилейным. Ой, блядь, там. Оно в низине. Там вот эти ездят, блядь, фуры на таможне. И все канализация, да, все сточные воды, вся хуйня, дождь. А ты это, Тимирязева имеешь? Вот да. Да блин, и как заказ туда я отказываюсь. По этим плитам съедешь, блин, шатаешь всю ходовую. Съедешь, потом оттуда выйдешь. Да ну нафиг. Ну лучше было, пока плит этих не было. Укатано хоть как-то было. Хороший, блядь, но они там что-то разбаловались в последнее время. Где? Там, ну, вот это уже на Кожевину. Ну вот тут домик стоит. Ну, Вика, ну да, у них там очередь, блядь, постоянно. Раньше как-то внимание уделяли, по понятию. Бывает, что-то возьмешь, а оно, сука, не то. Потом мне убило, что муфта за коробкой вот эта, знаешь, стоит там, круглая. Коробка, передача, ну и на хвостовике там эластичная муфта есть такая круглая. Ну не важно, хер с ней. Она мне говорит, они бывают разные, показывают вообще две, они такие. Перекрылся так, блин. Солнце шпарит, да? Зачем?